Обычная городская повседневная жизнь. Пекарь ловко раскатывает тесто и вытаскивает готовые лепешки из тандыра. Торговцы в спокойствии ожидают своих покупателей, сквозь толпу пробираются автомобили. Ничего особенного. Было бы, если не считать, что эти кадры я снял в Кабуле, столице Афганистана, страны, раздираемой войной уже не один десяток лет. Год 2019 является годом юбилейным в отношении двух стран – России и Афганистана. Правда, юбилей это трагический. Во-первых, в 2019 году исполняется 40 лет с момента ввода советских войск в эту страну, а во-вторых, 30 лет с момента вывода окончательного советских войск из Афганистана. Это случилось 15 февраля 1989 года. Судьбы многих людей в нашей стране оказались связаны с Афганистаном. И часть моей жизни, очень небольшая, тоже неожиданно для меня оказалась с Афганистаном связана. Дело в том, что в 2007 году я отправился изучать жизнь и быт Афганистана 21 века. Я вооружился только одной небольшой маленькой видеокамерой и в одиночку, без какого-либо сопровождения, отправился смотреть жизнь Кабула и Мазари-Шарифа. Что я там увидел, расскажу в этой программе. Раны, нанесенные войной, долго заживают не только у людей, но и у городов. В 2007 году Кабул по-прежнему носил на себе следы боевых действий. Разбитые снарядами стены домов, развороченные фонарные столбы. Вот квартал практически полностью разрушенных зданий. Когда-то это были жилые 5- и 6-этажные дома. Все это последствия гражданской войны, которая началась после ухода наших войск. А вот дома с очень узнаваемой архитектурой. Родные хрущевки. Строили их в свое время наши специалисты. Это так называемый старый микрорайон. На стенах видны следы пуль. Здесь в 90-х проходила граница боев. Друг другу противостояли с одной стороны правительственные войска президента Рабани и Ахмад-Шах Масуда, с другой — боевики премьер-министра Хекматьяра. После ухода наших войск из Афганистана в 89-м году в стране вспыхнула кровопролитная гражданская война. Государство фактически перестало существовать и развалилось на множество удельных княжеств, во главе которых стояли полевые командиры. Это была война всех против всех. В 1994 году появилась новая сила, запрещенная в нашей стране террористическая организация «Талибан». Талибы за счет того, что обладали четкой идеологией, смогли сплотить вокруг себя множество людей, уставших от беззакония и от войны, и стали захватывать одну провинцию за другой. Кровопролитная гражданская война вспыхнула с новой силой. На пути из Кабула в Мазари-Шариф очень часто я видел на обочинах дорог вот такие ряды из камней, окрашенных в белые и красные цвета. Так обозначалась одна из главных и долговременных опасностей, с которой каждый день сталкиваются афганцы. Это мины, минные поля. Афганская земля ими буквально нашпигована, и когда все эти миллионы мин извлекут, неизвестно. Другие следы войны, которые можно было встретить в большом количестве за пределами городов, это подбитая военная техника. За десятилетия войны ее накопилось очень много. Где-то ее пускают в дело. Например, из гусениц подбитых танков делают лежачих полицейских. Постепенно все это убирают и сдают на металлолом в соседний Пакистан. Но где-то остовы танков и БТР так и лежат. Вот этот танк Т-72 возле дороги — это наш советский. Так мне рассказал какой-то дедушка с седой бородой, который заявил, что чуть ли не он этот танк подбил. Мои афганские спутники представили меня ему как журналиста из Норвегии, дабы избежать возможных проблем. И тут стоит отдельно сказать об отношении афганцев к русским. Это был фактически единственный раз, когда я скрыл свою национальность, и то не по своей воле. В основном я всегда там говорил о том, что я русский, и реакция была такова. Либо человек молчал, ничего не говорил по этому поводу, либо, что бывало чаще, говорили: «О, Россия good, Америка not good». А многие афганцы с благодарностью вспоминали времена присутствия шурави, советских. Потому что наши специалисты много чего сделали хорошего для этой страны. Строили дома, давали свет, строили предприятия, поставляли технику, обучали многих афганцев. Собственно, вот в 21 веке от международного сообщества такой помощи в тот момент не было заметно. Что касается присутствия иностранных войск, то за весь путь до Мазари-Шарифа, а это около 400 километров, мне встретились только два патруля, французский и германский. Попытка снять на камеру последних закончилась настойчивой просьбой моих афганских друзей этого не делать ради нашей же безопасности. В условиях перманентной войны не исключено, что вооруженные люди сначала будут стрелять, а потом уже разбираться. Отголоски прошлой связи нашей страны с Афганистаном видны на улицах Кабула и Мазари-Шарифа. Автомобили нашего производства встречаются довольно часто.
Жигули, КамАЗы, москвичи колесят по афганским дорогам. А в Мазари-Шарифе мне на глаза попался даже привет из родного города. Комбайн «Енисей» с надписью «Красноярск» на борту. Ныне почивший красноярский завод комбайнов в начале 2000-х годов поставил 10 таких машин в Афганистан, и одна из них мне и встретилась на пути. Красноярский комбайн в Мазари-Шарифе – это само по себе достопримечательность, но есть в этом городе и достопримечательность настоящая, историческая. Именно здесь находится гробница Хазрат Али, четвертого праведного калифа ислама. Его убили в 661 году под Багдадом, и афганцы считают, что похоронили его именно здесь. Помимо традиционной восточной красивой росписи стен, есть здесь одна особенность. На территории комплекса обитают сотни голубей, но исключительно белого цвета. Считается, что если сюда залетит черный голубь, то через 40 дней он побелеет от святости места. На городских базарах можно встретить и другие приветы с родины. Например, одеколон «Шипр» стоит 40 афгани. Или ириски «Золотой ключик». Рядом Таджикистан, поэтому российские товары здесь не редкость. Помимо традиционных для западного человека сладостей, конфет на торговых развалах можно купить и традиционные для афганского человека сладости – набат. Вот эти белые кристаллы хоть и похожи на соль, на самом деле сделаны из сахара и на вкус очень сладкие. Набат делается из сахара. Очень вкусно. Я уже попробовал. Необычные вещи можно купить в Кабуле на Чикен-стрит. Это место, где продается антиквариат. Здесь можно провести довольно много времени, разбирая настоящие завалы старинных английских ружей, пистолетов и различного холодного оружия – ножей, штыков, сабель и топориков. Одно ружье стоит $120, но, разумеется, это не окончательная цена, здесь необходимо торговаться. Помимо оружия, в магазинах можно купить афганские музыкальные инструменты, деревянные расписные шкатулки и предметы интерьера. Вот таким предстал передо мной Афганистан в 2007 году. Страна, в которой уже как минимум 40 лет не знают, что такое мирная жизнь, но тем не менее многие пытаются эту самую жизнь наладить. Как справедливо и философски заметили мои друзья афганские, кому-то хорошо жилось при советах, кому-то хорошо живется сейчас. Но никто из них не вспоминал с восторгом времена присутствия в этой стране Талибана, запрещенной в нашей стране организации. Почему? А вот давайте я прочитаю выдержки из указов этого самого движения. Это книга «Талибан» Ахмеда Рашида, пакистанского журналиста-международника, который посвятил много времени, собственно, пониманию этого феномена, почему «Талибан» пришел к власти. Что запрещалось тогда? Музыка воспрещается, стрижка и бритье бороды воспрещается, содержание голубей и птиц для развлечения воспрещается, пускать воздушных змеев запрещается. Денежные игры воспрещаются, игра на барабанах воспрещается, танцы во время бракосочетания и музыка воспрещается и так далее, и так далее, и так далее. После ухода из этой страны в 89 году наших войск Афганистан получил гражданскую войну и приход к власти радикальных исламистов. Что случится после ухода войск НАТО из этой страны, когда это все-таки произойдет? Надеюсь, афганцы сделают выводы и извлекут полезные, собственно, уроки из этих событий.